Челезубы – насекомоядное животное, которое своей внешностью схоже с крысами или землеройками. Эти маленькие зверьки не внушают страха или опасений. Вместе с тем, челезубы являются одними из немногих ядовитых млекопитающих. Приветствую, с вами канал Узнавай, и сегодня мы расскажем интересные факты о щелезубах. Щелезубы – одни из самых древних существ на планете. Предки этих животных были широко распространены на североамериканском континенте в период мезозоя. Существует два вида щелезубов – гаитянский, который встречается исключительно на острове Гаити, и кубинский, обитающий на Кубе. Научное название животного происходит из двух слов – щель и зуб. Эти зверьки отличаются узкой мордочкой, вытянутой в хоботок. С его помощью животные находят и ловят насекомых под землей. Щелезубы – ночные животные, днем они предпочитают отсыпаться в норах или других укрытиях. Укус щелезуба смертелен для небольших животных, а для человека грозит неприятностями со здоровьем, если вовремя не посетить врача. Парадоксально, что щелезубы не имеют иммунитета к собственному яду и погибают даже от легких укусов, полученных во время драк между собой. Ядовитая слюна щелезуба выделяется специальной подчелюстной железой. Щелезубы – агрессивные животные, которые нередко нападают на человека. При нападении врага щелезубы выделяют неприятно пахнущее вещество из желез в подмышках и паху. Щелезубы питаются насекомыми, мелкими земноводными, грызунами, падалью, также семенами и плодами растений. Нередки случаи нападения щелезубов на домашнюю птицу. У этих животных плохое зрение, что компенсируется отличным обонянием. Щелезубы пьют воду, запрокидывая голову назад, как птицы. Эти животные крайне неуклюжи, но способны к быстрому бегу. Щелезубы не очень плодовиты, они размножаются пару раз в год, рождая на свет от 1 до 3 детенышей. Оба вида щелезубов занесены в Международную Красную книгу. Щелезубы живут в труднодоступных местах и ведут скрытный образ жизни, но вырубка лесов, ухудшение экологии и низкая плодовитость сделали этих животных вымирающим видом. На этом все. Смотрите другие наши ролики, пишите интересные факты о щелезубах в комментариях. Спасибо за просмотр, будем рады, если подпишетесь на канал, поставите лайк и нажмете на колокольчик. До скорого!